Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Это бывает у женщин, то есть они так сильно занимались духовным, что уже не хотят заниматься материальным. То есть это значит, что муж вас кормит, да? То есть денег хватает. Ну вот и когда муж кормит, женщине что как бы работать? Она начинает развиваться. Поймите, что женщина развивает всю семью, когда она развивается. У женщины очень сильный потенциал к чистоте, к знанию. Она сердцем чувствует, кого слушать, кого нет. Мужикам это очень трудно понять вообще в принципе. Кого слушать? Что за фраер Олег Геннадьевич? Что такое за человек? Непонятно. Мужчине очень трудно понять. Женщине легко. Она сразу два слова услышала, все, она человека изнутри чувствует сразу. Понимаете? Поэтому очень важно понять, что когда женщина развивает себя, ходит на лекции, она развивает всю семью сразу. И поэтому одна из обязанностей женщин вообще в семье – это развивать семью, ее нравственный облик. То есть, может быть, пришло время для вас вот развить вашу семью. То есть он зарабатывает деньги, а вы развиваете как личность. И вы таким образом и помогаете тому коллективу, где вы работали. Вы можете просто им начать вот рассказывать об этих лекциях, ну, как правильно трудиться, может быть, семинарчик какой-то устроить для них. Потому что ваша природа, вы идеолог по природе. Можете это давать коллективу также, помогать в этом плане, так вот, такую деятельность начать. Понимаете, сейчас в вашей жизни период самосовершенствования. Этот период нужно пройти. Можно параллельной профессией заниматься своей. Просто поймите такую вещь, что если вы сейчас просто в профессию пойдете и будете меньше уделять времени тому, что вы сейчас делаете, то вы не сможете нормально жить. Потому что вы сейчас, как я вот женщине сказал, пришло время вам развиваться духовно. У вас то же самое. Вот время такое, понимаете, вам время для самосовершенствования пришло. У вас нет препятствий вернуться в деятельность, вообще никаких. Просто сейчас ваши силы идут вот на это. И это сейчас для вас важнее, и для вашей соратницы важнее, и для вашего мужа важнее, что вы этим должны заниматься. А потом эта волна пройдет, и вы опять вернетесь уже на другом порядке, уже в коллектив и все прочее.